Газель, с которой красноярец торговал копченой рыбой, эвакуировали. Это произошло в выходные. Напомню, борьба между администрацией Свердловского района и владельцем торгового вагончика началась летом. Чиновники, ссылаясь на жалобы жителей рядом стоящих домов, пытались закрыть несанкционированную торговую точку, а продавец запреты игнорировал. Как уверяет Иван, эвакуация его газели проходила без него, и где сейчас находится его автомобиль, он не знает. Поэтому написал заявление в полицию. Меня даже на месте не было, просто я в другом месте был, как бы на работе. Просто люди это звонят в обед, говорят, что мою машину грузят, как бы, и увозят в неизвестном направлении. Сейчас узнаете, где эта машина стоит? Не знаю, я вот в субботу как раз был в милиции, как бы позвонил на стоянке правого левого берега, там их нету на месте. Никто пока не знает, где они. То есть сейчас идет проверка, да, по этому факту? Ну, вроде да, если милиция занимается этим вопросом. В районной администрации объясняют, эвакуацию «Газели» они инициировали, потому что не раз направляли уведомление прекратить несанкционированную продажу рыбы на улице. А неделю назад даже вызвали владельца машины в администрацию и предупредили, если за 3 дня Иван не уберет автомобиль, его эвакуируют. При этом сегодня чиновники пояснили, что готовы пойти навстречу мужчине и помочь организовать законную торговлю. Я даже напрямую к нему обращаюсь, чтобы он приходил к нам и в соответствии с законодательством оформил свои отношения. Мы готовы пригласить его на продовольственные ярмарки, на выставки цветов, в ходе которых также реализуется сельхозпродукция, продукция местных товаропроизводителей. Кроме того, если он готов узаконить как временное сооружение, мы готовы посодействовать и в этом.